видите? Вот это, а видите, как техника? Небо красивое, да? А видите, как техника? Вот она потихонечку, потихонечку, а сейчас третья еще лучше будет. Выбор работ для будущей выставки, которая получила название «Арт-дизайн», задача нетривиальная. Нужно прежде всего показать рисунки неизвестной широкой публике, заранее представить, как одна картина будет сочетаться с другой, ну и понять, что еще нарисовать, чтобы вернисаж стал законченным. Это есть тоже закон, как во всем. Развеска картины есть тоже закон. Определились с частью работ, которые будут представлены на будущей выставке, можно приниматься и за творчество. Художественная мастерская «Стрекоза» работает в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Раскрыть талант начинающим живописцам помогает опытный руководитель Елена Климашина. Помимо того, что мы здесь рисуем, мы еще и знакомимся с творчеством других художников. Моя задача – человека убедить, поверить в себя, привить любовь к живописи, к искусству, рассказать, что такое квадрат Малевич. Мы выезжаем иногда, редко, но выезжаем на какие-то выставки. Такой комплексный подход дает свои плоды. Практически все участники мастерской в прошлом не рисовали. За несколько лет они изучили огромное количество различных техник, но самое главное – стали единым коллективом. Честно сказать, когда мы пришли, я не думала, что я здесь задержусь надолго, потому что я вообще не умею рисовать, от слова совсем. Но здесь такая атмосфера, и вот такое преподавание заинтересовывает, что сюда хочется приходить. Занятия в творческой мастерской проходят по вторникам, средам и четвергам с 11 до 15 часов. Новые работы художников и их мастерство видновская публика сможет оценить совсем скоро. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.